И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Генезисе 2. Мы сегодня пойдем проходить очередную миссию, потому что я не хочу томить диносов. На это уйдет у меня много времени. Время, как его порой не хватает. Ну ладно, времени и сил. Охота на мейвингов. В прошлой серии я просрал самца. Поэтому пойдем на выращенное, то есть на той, кто была первая. Первая, которая появилась у меня. Ну что ж ты, твою мать, игра прогружается так долго. Которая у меня появилась быстрее всех. Вот, пойдем на ней тусить по миссиям. По идее, я не думаю, что с мейвингами что-то будет как-то плохо. Я надеюсь. Я не думаю, что они какие-то там такие матеры и все готовы убивать. Как Ферокс. Вот, поэтому я думаю, с ним проблем не будет. Я посчитал, у меня по сути вместе с этой миссией 4 осталось. Maybe we call these kittles. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, погоди. Ай-яй-яй. Это не по убийству даже, а просто тупо охота. Если деколами, чтобы научиться. Ай-яй-яй, мне их ловить нужно будет. Надеюсь, оглушать их не нужно будет. Я не взял, чем оглушать. Да, походу дела их также нужно будет оглушать. А я это соберу. Они мне все нужны. Ё-моё! Ладненько. Давай попробуем. Ну, для начала посмотрим вообще, что эта миссия из себя представляет. Мать вашу! Сколько вас? Волки! Пошли в очко! Слышь? Я мейвингов из-за вас завалил. Не, ну ты, короче, вообще что-то борзеешь, да, походу? Прям это. Ну серьезно! Мне их оглушать нужно! Мало того, что оглушать, так здесь еще и. Да пошли вы в сраку! Ох, какое же это говно, а не миссия. Это как с процерами. Только здесь у меня будет куча всякого говна спавниться. Ну видели, сколько там волков. Какое ж говно, сразу вам говорю, миссия говно. О, сколько там было волков? 6-7, плюс еще лев. Короче, ты еще хуже, чем с процерами, потому что рекс, они хотя бы медленные, как говно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Альфу, я думаю, проходить не буду. Нет. Ужас. Ой, самое, короче, что тупое-то, по сути. Самое тупое, что я даже не могу на этом тусить. То есть, как сказать, да пошел ты, бляха-муха, не беси меня. Ой. Господи, кто ты у меня? Кто ты у меня, ёшкин? Тенегриф. Все, туплю. Я просто не понимаю сейчас, что мне делать. Я на тенегриве не могу тусить, потому что если я начну мочить, я там буду мочить сразу всех и вся. Как? Я его ни на атаку не поставить, ничего не могу поставить. Ой-ой-ой-ой. Я даже не представляю.
реально с рексами, то есть с парасерами было намного легче, потому что там ты так не заморачивался. Ой-ой-ой. Взял, короче, тег-лук. Писали в комментах, типа, через R настраивать и так далее. Я это посмотрел, да, прикольно, типа, тег-лук можно это... Отлично! Первый же, кого закрыл, это Мэвинг! Фака! Да ёб твой жирный, ты кусок туловища! Отойди, пожалуйста! Мне нужно убить вот эти вот... Так, под водой ты, естественно, не стреляешь. Так, ладно. Тенегриф здесь мне точно не поможет. Прям вообще никак не поможет. Это я прекрасно понимаю. Какое говно. Так. Винтовка. Винтовка, она не стреляет в воде. Это понятное дело. Ну, давай зарядим ее. А вне воды они еще и летают. Ну и где ты, зелененький? Ладно, давай, короче, по всем мочканем, а там уже будем смотреть, кого можно ловить, а кого нельзя ловить. Use that gun! Да! Ща! Use that gun сделаем. Красоты, они просто еще резкие, как дресня. Ох. Нет, у меня не печет. Нет, нет, у меня просто полыхает от этой миссии. Она бесячая. Честно, она бесячая. Я... Не-не-не-не. Вот это прям, вот это прям это... Вот это вот оглуши и поймай, а мы еще призовем... Диносов, которые будут убивать всех тех, кого ты должен поймать. Ну, это прям... Да ты серьезно? Это моя база. Господи, прости. Стоять, мать твою, ублюдок, драный ты... Ах ты ж гнида, чтоб тебя дранди во все щели, козлина ты, твою мать. Чё я говорил, меня припекает, меня горит. Не, извините, это уже вулкан Везувий, это просто... Ой-ой-ой. Ненавижу, ненавижу. Вот это бесячая миссия, честно. С парасерами прям, ну, тяжело было. Здесь эти козлы по суше летают просто... И полетели. В воде они резкие, как... Ой-ой-ой-ой-ой. Если вам вот этот эффект сраный, ну прям ну нафиг не уперся. О, это у меня. Сразу говорю, не забейте. Нет, не проходите эту миссию. Это говно. Не надо. Ну вы только время потратите зря. Нафиг. Ну, если только по миссиям нужно выполнить, там, по количеству миссий выполнить. Да пошел ты, бляха-муха тут. Ай-яй-яй-яй. Какая же миссия. Не, то, что в воде они, это, конечно, мне сейчас везет. Я пройду эту миссию легче, чем мог бы пройти. Вот. Ну, ё-моё. Ну, ты серьезно? Ну вот что вот толку от того, что ты пытаешься меня укусить?
Ах, они же еще и как... Так дудохи. Ну, в общем, как обычно эти. Стоит одного стрельнуть, они все разбегаются. Все. Полетели. Я пытался. Ты сейчас серьезно, да? А еще у меня забагался. Ёбаная игра. Ну честно, это ёбаная игра. У меня просто забагался. То есть у меня сейчас не работает ни мышка. У меня сейчас не работает ничего. У меня просто забагался бег. О, спасибо. У меня сейчас просто забагался бег. Он не хотел тормозиться. Понимаешь? Твою мать. Это и на парацерах такое было. Но здесь это прям... Чтоб тебе критично. Мало того, что эти козлы летают, бегают быстро, так еще и игра тебе преподносит. Да нет, тут, пожалуй, не говнеца. Тут, пожалуй, больше подходит прям вот такая блевотка с этим. С говнецом вместе смешанной. Ой-ой-ой. Да ладно, ты тормознул. Нет, слишком далеко. Nice work. Просто везет, что они это врезаются в что-нибудь. Вот прям реально просто тупо этим везет. Ай, я думал, упаду на перерез. Он не такой быстрый. Время закончилось. У меня еще двое, как минимум, да? Я даже бету не хочу проходить. Вот просто то, как они летают, я даже не хочу бы это проходить. Ёж мать. Какой ужас. Не-не-не-не. Ну, можно же было кого-то... Вот, допустим, Парасера, да? Ну, нормально же, Дина. Медленные, аккуратненькие. За ним бегают Рексы, тоже такие медленные, аккуратненькие. Ну не вот это, где просто все помноженное на 2. Вся скорость движения Диносов помноженное на 2. Ну это прям ужасно. Не-не-не, оно того точно не стоит. Ой, добрый вечер. А это уже суша. Это значит, во-первых, их сейчас поубивают? Да пошли вы все, ублюдки, мать вашу. Мейвинга замочу. Всех замочу. Да, давай, завывай мне тут. И тебя замочу, раз уже лезешь. Нефиг тусить тут около меня, козлы. Бесячие. Так. Здесь я выбираю просто какие стрелы. Окей, установить мгновенный удар. А что за мгновенный удар? Можно мне подсказать? Кстати, реально вопрос. Что это за мгновенный удар? Да стоять уже! Не беси меня. Реально, без шуток, я... А, ну это я переключаю режим. Стрельба снаряд. Наверное, удар. Непонятно. Ничего не понятно, но очень интересно.
Или типа снаряд это как он будет как объект лететь, а этот такой типа не как объект, да? Ну, чё-то фигня все. Летит точно так же, как объект, а то и хуже. Все, тормози нафиг. Да пошли вы в сраку, серьезно, еще. О. То есть, а, не, все, фу, слава богу. Слава богу. Не, это хуже, чем парасера. Я на парасерах мучился на альфе. Здесь я начал мучиться уже на гамме. На гамме. Не, альфу я точно не пройду. Это прям 100% зависло в кусок углевода. Тут бы хотя бы бета пройти. Реально, хотя бы пройти бетку. А учитывая, как она подписает, меня бесит. Да, бля, вообще это ужасно. Ладно, давай посмотрим, что я по призам хоть получил. Есть что-нибудь плюс-минус достойное? Не, ну ладно, здесь что-то достойное накидывают. В плане рецепта и так далее. Вот, светло для Мэйвинга даже хорошее. Ну как хорошее, но оно есть. Ну, допустим. О, вот, седло еще для Мэйвинга. Ну, допустим, хоть это и гамма, но дали, хотя бы призов накидали нормас. День добрый, выживший. Готов к приключениям? Ну, это прям до невозможности невозможно. Ладно, давай попробуем бетку. Но я буду проходить ее за кадром. Включись. Под конец, я думаю, вы не вывезете, если я буду... Да что ты не зажимаешься, блевотина? Ну, снаряд. Мгновенный удар. Снаряд. Металлическая стрела. Мгновенный удар. А, бог с ним, короче, и так пойдет. Все, погнали. На гамму и... Ой, на бету. Фу. Ужасная миссия, честно. Я прям отвратительно к ней отношусь. Но я так скажу. На бетке меня чуть не сожрали. То есть вот настолько все плохо, понимаете? А, это, я просто такой смотрю, у меня хп пи-пи-пи отлетает. Потому что сумчатые львы, они кусаются. И жестко. Ну там они как бы подтёк, кровушку пускают, все дела вот это вот, ну, такое. Но! Вроде бы получилось обойтись без жертв. Одна проблема. Эти сейчас козлы все поразлетятся кто куда. И мне это не нравится. Заряжаем сеть. Ну и давай начнем с крайнего. Ох. А, и он теперь еще и будет не ваншотный же. Да ну нафиг. Бетка. Максимум бетка. Ах ты ж козел. Ну да, мучиться буду здесь, как на альфе с процерами. А то и хуже. Итог. За одну попытку я поймал только одного. Я реально поймал только одного, потому что оглушить я попытался пятерых. А вот поймал только одного, потому что они все разбежались. А этого я поймал, потому что у меня получилось попасть в него в воздухе. Да, я решил взять, экипировать другие стрелы, раз уж я все-таки с винтовки стреляю. То, значит, можно пострелять, попалить именно это. То есть поубивать всех с лука. Кстати, да, мне сейчас нужен будет этот. Ну, без комментариев, короче. Без комментариев. Кстати, да, если вы не поняли, то почему меня так это... Бесит эта миссия? Каждый раз сбрасывается оглушение. То есть вот каждый раз сбрасывается оглушение. То есть ты прошел одну стадию, оп, оглушение сбросилось. Охуеть, он просто тпхнулся, потому что он слишком далеко ушел. А я за ним бежал.
Потому что он типа один, думаю, ну один, по крайней мере, не разбегутся они все, вот если я начну одного глушать, а он просто телепортировался. Вот. То есть я сейчас, неважно, насколько я их глушу, всех, у меня собьется оглушение, и в следующий раз мне нужно будет по новой оглушать. Это вот такая вот чутка охрененная миссия. И вот сейчас смотри, он так вот летит. Ты смотришь, такой, оп, оп, повезло, попал. И вот так вот я в прошлый раз и поймал. Ну, авось повезет. То есть, сейчас я уже такой ученый, уже знаю как, что, куда, но вот с сеткой, как видите, проблемки! Проблемы с сетью! Хе-хе-хе-хе-хе, не в того попал. Кайф. Я думал, это никогда не случится. Да пошел ты! Да ёб твою ж за ногу! Ну, наконец-то! Ой, нет, нет, нет! Не-не-не-не-не. Короче, да. Не очень удобно все это делать. А еще, когда тебя в последнюю секунду телепортируют того, кого ты отглушил и бежал за ним, это... Кайф! Прям кайф! Вот, вот он куда улетел. То есть я вот, фак, мазафак, просто, это такой кайф, это просто настолько, то есть если ты ненавидишь себя, вот, вот пройди эту миссию, и желательно на, не знаю, там, на альфу, раз пять подряд, вот прям, вот, ты почувствуешь всю боль и страдания, как говорится, нет, это, не очень приятная, так сказать, миссия. Просто я боюсь, что у меня может не хватить времени даже. То есть вот я об этом реально сейчас думаю. У меня может не хватить вот этих вот оставшихся 50 минут. Ну, кстати, мне сейчас пришла хорошая мысль. Завалить всех чертям собачьим, оставить только одного, которого я буду оглушать. А? Иди сюда, хоть как-то не рвешь себе-то посмотреть. Да пошла ты в жопу, а не новые риснутся. Зато хоть какое-то будет разнообразие. Да-да-да, вот вы даже близко не пытаетесь подойти. Вот, вот так за ним бежишь, короче, бежишь, он потом, оп, телепортировался, а ты такой, как лошара, короче, это... Нет, ты от меня не телепортнешься, гнида. Уу! Вот это, я понимаю, веселье, хоть какое-то разнообразие. Все, погнали оглушать этих уродов. Хе-хе-хе. Вот сейчас, если... Фу, я думаю, сейчас, если ты пыхнется, это прям будет очень весело. Я за ним тут гонялся, не знаю сколько. Ой, зависла игра. Как я тебя обожаю, игра. Вот, кстати, а этот был где-то вон там, от меня убегал. В общем, единственный вариант, это реально их загнать вот в какой-то такой угол. Все, то есть, по-честному, ну, прям, ну, бесполезно. А вот загоняешь какой-нибудь угол, тогда есть хоть какие-то шансы. Ага. Ну, я понадеялся, что сейчас попаду, и сразу же, хоп, сеточка, все дела, но... Не-не-не. Ну, что тут, серьезно? Вот примерно это я до этого надеялся. Ну, полминуты мне точно вряд ли получится. Я только летать буду за ним полминуты. Ну, а чем, черт, не шутишь? Не шутишь. Да, ну вот 15 секунд, я сейчас в него стреляю, и он улетает от меня. И вот они, те самые... Не, бесполезно. Перезаряжаемся. Самое что тупое в этой всей ситуации, это то, что здесь не показывает, сколько нужно убить. Ой, точнее, поймать. Еще дополнительно осталось. То есть ты как бы не знаешь, то ли 5, то ли 10. Может, вообще один остался поймать. И ты, короче, зря бомбишь, и все нормально. В следующей попытке у тебя получится поймать. Ну, то есть, как бы вот это вот, как минимум, я бы исправил. То есть, да, фиг с ним, миссия, там вот это все, ничего не исправит. Но вот это бы я бы исправил, как минимум, чтобы до того,
Ну, то есть, чтобы тебе знать, сколько тебе еще нужно мэвингов поймать. Это бы очень помогло. То есть, ты бы знал, ага, мне остался один. Надо поднапрячься и сосредоточиться и поймать их. То есть, хотя бы так. Но нет, здесь этого нет. То есть, здесь нигде этих нюх нет. То есть, вот, они по новой все спавнятся, их спавнится опять куча. И все, вот. На них напали, они разлетелись. Игра лагает. И ты хочешь послать ее в жопу. Да ёб твою ж... Ну... Я пытался попасть по нему. У меня не получилось. Ой, ну ладно, пока что я даже начинаю верить в то, что у меня все-таки получится в уже 46 минут уложиться. Пока что у меня в это верится. Но то, как они далеко летают, а потом телепортируются, я в это прекращаю верить. Ну смотри, я сейчас за ним лечу. Допустим, я сейчас вот за ним лечу. Там... На всех парах я сейчас тебя поймаю. Какой шанс, что он сейчас не телепортнется? Нет, есть шанс, конечно, что он сейчас просто тупо застрянет. И мне повезет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Почувствовали, да, вот это вот? Прям такой сок, такой прям... Ах ты... Вот, и он на 300 метров улетает от тебя. А ты тратишь тем самым еще секунд. Сать на то, чтобы все это дело словить. Самое, конечно, что в этом плане очень неудобно, что ты не можешь вот этим ускорением пользоваться с оружкой в руках. Но это бы очень помогло в разгоне. Ай, да ладно, он выше улетел. Ну все. Нет, повезло. Не улетел. Прикиньте, два! Два поймал за раз. Вот это я, короче, прям могу. Не, реально очень не хватает вот справа бы надписи поймать еще, допустим, 5. Я такой, ну ладно, сейчас бесполезно пытаться хотя бы одного поймать. А так, вот показывают два и показывают два. Потом опять их заспавнится куча. И что делать? Не, ну ты-то что куда летишь? Нет, не попал. Но я пытался. Ну все, здесь уже бесполезно. Я даже не догоню. А, тем более он телепортировался просто в этот же момент. Начинаю сканирование. Ну вот, так и живем. Вот бешеные создания, а? Фух. Ладно, полыхаем дальше. По ходу дела осталось их 3. По ходу дела их реально осталось 3. Потому что у меня сейчас их 3 заспавнилось только. Если это так, то это, конечно, очень хорошо. Ой, выше, высоко взял. Но если это не так... О, ты сейчас серьезно? Авось повезет! Ой, да ладно! Повезло! Хоть в чем-то повезло сегодня. То есть тут просто надо... Не хочу говорить, стрелять наугад... Ну вы поняли. Ну или чтобы вот так вот везло, что ты второй раз можешь попасть. Опять-таки же, это у меня винтовка жесткая. У меня винтовка жесткая, которая их с двух ударов оглушает.
То есть, ну, чувствуете, да, в чем самый главный подвох? Не поймать их. С гаммой, допустим, проблем было меньше, как минимум, в том, что... Ну, оглушаешь ты их, типа, с одного удара. Здесь проблема удваивается тем, что ты оглушаешь их с двух ударов. Да ты серьезно? Я ж в тебя прям попал почти. Ладно. По идее, у меня три появилось, я всех троих... Я их всех троих поймал. Да! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Видали, как красиво залагало? Красиво. Трицератопса возьмем яйцо. Да пошел ты! Буду еще с тобой сражаться. Какая ж ты мать, если бросила просто так свое яйцо, так что не выпендривайся. Так, что мы в итоге получили? Саблезубое седло. Ну, какой-то такой рецепт. Кувшин со смолой. Сумчатый лев. Ну, слушай, ну, конечно. Конечно, дают здесь нормально. Тут даже за гамму дают что-то нормальное. Тут я не спорю. Но альфа я проходить не буду. Пошло оно. Я боюсь, там вообще будет жопа. То есть, если с рексами было как-то полегче, вот с этими я их просто не замочу. О, они меня раздербанят на куски. Вот эти куча тёселей и киселей. Я прям в этом уверен. Поэтому нет, даже пытаться не хочу, даже пытаться не буду. Вот что самое главное. Такие вот дела. Погнали, посмотрим, что я из ресурсов получу, если я это все раздербаню. Если я это все сейчас раздербаню. Вот что в итоге получается. Выкинул всякую ткань, кожу. Ну, лук это тот, что у меня был экипированный. Поэтому я сюда скинул. Да не сильно-то. Ну, не-не, вот справедливости ради, что-то здесь есть. И по ресурсам что-то есть. Но... Что-то как-то вот... Что-то как-то... Как-то вот, знаешь, тяжко было. На тебе. Тяжко было и такое получить, ну, короче... Короче... Непонятно. Непонятно от и до. Все-таки как к этой миссии относиться, но она отвратительная. Прямо отвратительная. Ладно, фиг с ней. Фиг с ней, пройдено и пройдено. Альфа проходить не буду, да пошла нафиг. Вот, ну а на этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, мне, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем... Пока.